Как говорили в старину, банька парит, банька правит. А чтобы правильно банька правила, нужно знать, как и чем париться. Многие подумают, нехитрое это дело. Залил, натопил, да сиди потей. Но не тут-то было. К этому занятию нужно подходить с особой тщательностью, чтобы здоровью не навредить и удовольствие получить. Для этого нам понадобится настоящий набор банщика. Начнем, пожалуй, с главного атрибута – веника. Сам веник по себе должен быть не очень длинный, ну вот такого коротковатого размера. Лист должен быть шелковистый, не сухой. Это значит хороший веник. Веники собирают обычно в июле, после Ивана Купала. Все как в старину. Веники собрали, но торопиться мыться не стоит. Для начала нужно определиться, какой нужен вам. По такому принципу не выбирать. Так, какой лучше? Лучше выбирать, исходя из состояния здоровья. Кандидат номер один – классика жанра – березовый веник. Идеально подойдет курящим людям, так как выделяемые им вещества способны очистить легкие, а лечебные свойства ускоряют заживление ран. Ветки второго кандидата срублены с могучего дуба. Дубовый веник, он полезен для спортсменов, так как снимает ломоту в костях. Ну и вообще расслабляет очень сильно мышцы. Разбавим мужскую компанию веточками пихты. Иголки, смолистые вещества раздражают кожу и стимулируют кровообращение. Такой веничек подойдет для людей с больным позвоночником. Последний кандидат в запаривании не нуждается. Бамбуковыми прутьями можно замечательно помассировать распаренное тело. Кстати, а запаривать веники как будем? Замачиваем веник в холодной водой предварительно на 2-3 часа. Потом перед парением веник нужно залить кипятком. И после этого можно, в принципе, париться. С вениками разобрались, перейдем к дальнейшей атрибутике – шапки. Появились они в горячей среде не случайно. Основное призвание – защитить голову от перенагревания. Помочь в этом может еще одна вещица – градусником зовется. Оптимальная температура в парной – 90 градусов. Заходить в нее лучше в 3 подхода по 10 минут. Ну какой русский не любит погорячее? Так что добавьте-ка парку. Перед тем, как отправляетесь в парилку, обязательно снимите все украшения, чтобы не обжечься и их не испортить. Так, берем шапочку, веник и в парилку. Тем более попариться на работе так приятно. Желаем и вам того же. Русская баня – одно из немногих мест, где можно привести в порядок не только тело, но и душу. Ведь с потом выйдут все недуги. Как говорится, в баньке помыться, что заново родиться. Thank you.